античной вазе выступает человечка в дивный хоровод. Непонятно, кто кому внимает, непонятно, кто за кем идет. Глубока старинная насечка, каждый пляшет и чему-то рад. Среди них найду я человечка с головой повернутой назад. Он высоко ноги поднимает и вперед стремительно летит, но как будто что-то вспоминает и назад, как прошлое глядит. Что он видит, горе неуместно, то ли машет милая рукой, то ли друг зывает неизвестно, оттого и грустный он такой. Старый мастер-резчик по металлу, жизнь мою в рисунок разверни. Я пойду кружиться до отвала и плясать не хуже, не хуже, чем они. И в чужие вслушиваться речи, и под бубен прыгать не в попад. Как печальный этот человечек с головой повернутой